Урок жонглирования булыжниками, лофт проекта «Этажи». Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нет ее хозяйки, поварихи и портнихи. Как-то раз она решила, помогу друзьям немножко, занавески зайцам шила, мишки просто не в берлогу, белки рыженькой подружки и знакомой тети пчелки. Шила мягкие подушки и платочки два из шелка. Как-то волк в лесу случайно зацепил карман сучком. И угрюмый и печальный заглянул к ежихе в дом. И без лишних разговоров помогла ежиха горю. И теперь с карманом новым волк гуляет снова в поле. То есть вы рекомендуете учиться жонглировать булыжниками? Очень рекомендую. Только булыжниками. А я рекомендую в свою очередь приходить, посетить лофт-проект «Этажи». Очень красивая панорама. Насладитесь. Геннадий рекомендует.